Всем привет! Нам пришел айсбок за август. И мы сейчас его будем распаковывать вместе с вами. Да. Ой. Как называется? Вкусная охота. Вкусная охота? Айсбокс месяца август проходит под девизом «Вкусная охота». И начинаем распаковывать сам айсбокс. Такая замечательная тарелочка. Это тарелка с вот такой интересной физиономией. Как заявляет производитель, ее также можно использовать в микроволновой печи, то есть можно разогревать на ней пищу с помощью микроволновки. И что самое интересное, для детей, для чего она нужна, смотрите, можно с помощью продуктов рисовать чудные... А еще можно не кушать. Кушать, конечно, можно. Можно рисовать вот такие чудные рожицы с макаронами, с всевозможными взбитыми сливками, горошек. Морковка, в общем. Но это не все. Прикольная вещица. Попробуем пофантазировать. Вот. Так, что это у нас? Какие-то это... карточки. Игра. Опять игра с карточками, которая называется «Зов джунглей». А следующее, что было в нашей коробочке, это такие силиконовые формочки для льда. Так, Антош, показывай дальше. У нас там Бонифаций на заднем фоне забавляется. Это что у нас, сынуль? Какая-то книжечка? Какая-то книжечка. Давай посмотрим. Спасибо и пожалуйста. Книжка о хорошем поведении. Книжка с яркими картинками. Так, что это у нас? Да, посмотрим. Био-био-бэби. Liquid soap. Жидкое мыло. У нас уже был как-то продукт этой марки. Молочко для младенцев. Очень хорошая вещь. Видите, вот это мыло не содержит СЛС. Очень удобный большой флакончик с дозатором. Обязательно попробуем его в ближайшее время. Это жидкое мыло на основе биологической ромашки. Как видите, этот продукт можно использовать для малышей с рождения. Наша коробочка пуста. Спасибо вам за внимание и до свидания.